Я всех приветствую, уважаемые мехводы! А у нас итоги жести. Время май, и сейчас мы подведем итоги, кто же стал самым сильным из всех сильных. Кто же забрал самые главные звания во всех наших лигах. Ну и, конечно, это те ребята, которые будут вас убивать. Те, которые будут забирать топы, ну, где-нибудь в экспедициях и так далее, и так далее. В общем, сейчас рейтинг самых сильных музмехов. Ну что ж, начнем мы по традиции, конечно же, с алмазки. Ну, во-первых, я занял 753 место. Вот, это хорошо, и поэтому я очень счастлив. Но мы, конечно же, переходим в самые топы, и давайте глянем, кто же у нас по распределению. Та-да! Джампер, человечище, я тебя поздравляю, красавчик. 21 тысяча опыта, ну, 22 почти. Огромный отрыв, Топотун, с которым я часто виделся, привет. Ну, на полигонах. Ну, мощный человечек, конечно, но отрыв просто колоссальнейший. Просто колоссальнейший. Джампер, красава, молодец. 25 звонка, Топотун 15, Реми 15 у нас получается, и смотрите, как интересно, у нас Лето и Даментос, ну, не знаю, Даменторс, простите, ребята, если что-то перепутал, ну, то есть, дальше у нас, ребята, четвертое место Пирочика, влюбленный в мечту, Санчес, Саня, привет, если смотрел, так, Сенсорит у нас, так, Токсики, Лето, просто Крис, 18, Сексик, постоянно нападает на меня, задолбает, просто любит, наверное. 15 звоночка, 15 тоже. Скайнет, 18, ребята. Дольче Вита, 15. Жена Картона, 15. Майк Тайсон из ПДшников, 15 забрал. Так, Афоня, 15 забрал. 18, смотрите, всего 6000 очков. И смотрите, просто токсики, красава. Не знаю, как схватил, ну молодец. 18 звонка. И Джин, да, у нас получается 15 из Лета Сити, закрывает, ребята, закрывает у нас нашу обозрение 30-х уровней. Но одна звоночка, у нас одна звоночка и 21 тысяча, здесь все по классике, видимо, да. Ну, посмотрим, посмотрим, я вообще рассчитываю на деревянную лигу, что у нас в деревяшке, будет известно уже в конце. Платинка. Платинка 23-26 уровни. Ну, я уже многим говорил, здесь не сильно много навороченных игроков. Но, ребята, смотрите, звоночка 15 получается у Бира. Джул Крофт 13%. И вообще, ребята, нос к носу Hammer of Jokers против Парагона. Смотрите, 200. Буквально одна элитка разницы. Буквально реально одна элитка разницы в очках. Просто вот, я не знаю, драка, наверное, была колоссальная. Ну, все-таки 13% против 15%. Easy Way, семья. Удивительно. Ну, ладно, 26 уровни, семья, я знаю, что тут сидит. Так, из топовых званий, ребята, Лето Сити, Саммер, 18 у нас стоит. Инактив, ребята, Династия, 15. Хаммер, 15. Текила, 15. Короче, ребят, звонок топовых нет. Звонок топовых нет. В платине 25 никто не взял. Ну, ладно. Видимо, тяжело, как ни крути. Но мы едем дальше. Золотая лига, ребята, 19-22. И здесь уже 41 тысяча. 41 тысяча. И шеф-код, красавчик, токсики, 25, ребят. Одна алмазная звонка в алмазке. Одна звонка в золотой лиге. Дальше, домохозяй 1. Поздравляю тебя, кстати, с марками, человечище. Поздравляю. 26 тысяч. Hammer of Jokers. Итак, море. Море и стальной гигант, 18%, 25 тысяч. Ну, тут много, тысячу набрать как бы не считается. Максимус, ребята, не попал в этот раз, 18% набил. Итак, и Sources, ребята, Лето Сити, 21-й. Ну, неплохо. И звонок, кстати, тоже нету. Заметьте, что в платине буквально там 5 звоночек, да. Что в золоте у нас тоже 5 звоночек. Ну, Максимуса, честно, жалко. Не дали человеку места топового. Плохо. Ладно, серебряная лига, ребят, 15-18 уровни. Считаю, здесь самое количество жиров огромнейшее, наверное, да? 38 тысяч, ха-ха-ха! Белугин проигрываешь, шеф-код пока лидирует. Белугин, ребята, в топе у нас, 38 тысяч очков, 15 звонка. 15 звонка, ПДшники. Тут токсики, ребята, 18 звонка. Кися, Кися с 18 звонкой. Ну ладно, токсики.
Токсики здесь. Hell Girl, ребята, Hammer of Jokers. Кстати, Hammer of Jokers появляется, как и Токсики, постоянно. ПДшники, ребят, тоже два человека у нас засветилось. С топовыми, конечно, не с топовыми звонками, но все равно. Так, Белоснежный. Белоснежный ПДшники, ребят. ПД, 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 ПД. Смотри, как классно. Прям очки набили, прям здоровско. Несущая бред, ребята. Несущая бред. И, походу, здесь тоже все, да. Big Size на, вон, 29-м месте. Дядюшка Ой. Псих тут, смотрю, Hammer of Jokers. Ну, ребята, это тех, кого я знаю. Те, кто периодически к нам появляются, периодически ходят к нам. Ладно, едем дальше, ребят. Бронзовая лига. 10 и 14 уровни. Здесь, наверное, у нас битва будет, как и в деревяшке. Посмотрим. Но пока рекорд, как вы знаете, 41 тысяча. Итак, бронзовая лига. И бронзовая лига, ребят, ну, короче, по очкам 36, 29 и 26. Ну, вы не перебили. Короче, вот, у вас не получилось. Извините, я тут немножко заговорился. Что-то Лето Сити, по-моему, вообще офигело. Я просто охереваю. Нет, я просто посмотрел. Ребята, раз, два, три, четыре, пять. Все пять мест полностью забрало Лето Сити. 25 звонка, ребята, нотис. Второй нотис 18. Нотис 2, нотис 3, знаешь, пугает. Black Steel, ребята, 25. Красавчик вообще просто, 26 тысяч. Корпус 25, ребята. И еще нотис номер 3, тоже 25. Три звонки, ребят, три звонки прямо. Ну, это прям круто, даже не 3, даже 4, ребята, 4 звонки, да? Да, 4 звонки, ребята, в бронзе. Охренеть, Лето Сити забрало все звонки полностью. Ха-ха, вот кого надо раскулачивать. Все, по одному топу в каждую группу, распустить группу полностью Лето Сити и разобрать топов по разным группам, иначе неинтересно. Ладно. Skyres, ребята, тоже Лето Сити, 15 у нас, SQ, не знаю, дальше не читать, пятница 13-я, ребята, звоночка 15 набрал. Ну и здесь тоже никого, видимо, более крупных у нас нету. Ну, жесткач, конечно, ребят, реально жесткач, здесь вообще все 5 мест, 4 звонки на 25. Я не знаю, какое количество онлайна надо, чтобы вот выйти на такой результат. Это, ну, ребят, для меня, по-моему, чересчур огромное количество опыта надо нафигачить. Но самое интересное, вы все равно, ребята, вы все равно проигрываете и не догнали шеф-код. Красава, молодчина, человечище, 41 тысяча, пока тебя никто не побил. Это жесть, реально за тобой. Хоть и, как бы, ну, не набил так, но все равно, молодец. Ну и, ребята, деревянная лига. От деревянной лиги я всегда жду большое количество опыта. Ну, то есть, там всегда сидят хорошие ребята. Ребята с большим количеством расхода. Давайте же, давай повесели. Деревянная лига! Ну! И, ребята, тут у нас Токсики. Мне нравится, как бронза поделилась, да? Деревяшку Токсики вообще всю забрали, да? 18, 15 и 18. О, а где звонки на 25? А где звонки на 25? Даже нету, но это не мешает. Анджери, тут Токсики, ребят, 8 уровень, 43 тысячи, 43 тысячи, я тебя поздравляю. В общем, шеф-код, прости, дружбан, есть более надежные игроки, которые набивают опыта просто в закрома. Ну что ж, 8 уровень, 43, первый класс, Анджери, красава. Просто прям, ну я не знаю, не такой навороченный, конечно, перс, но мех очень хороший, прям реально мех очень хороший. Итак, дальше у нас пицца тут Токсики, 15, ребята, Аделаида, 18, Кулард, 15. Кстати, в этот раз плохо поднялся, обычно в топах всегда тоже находится, ну ничего, даже звонков 15, и то прям хорошо. Ну и последняя звоночка здесь у нас Хорн, ребята, у нас на 15 сидит, остальные подвели, видимо, плохо мехи собираются. Нет притока новых игроков, тяжело, тяжело набить. Но все равно, судя по количеству опыта, часто соло на обычках получается. Ну что ж, я поздравляю, поздравляю, Анджери, сегодня твое топовое место. Но меня, конечно, очень сильно удивили бронза, где полностью засело все Лето Сити. Прям реально. Это просто... Я даже дар голоса потерял. Вот, ну, прям катастрофа. Ну, не знаю даже, что сказать. Ну и, конечно, шеф-ход удивил. Он звонку 25 урвал. Ну, не знаю. Возможно, даже один сражался. Может, вместе с Максимусом сражался. Но молодец шеф-ход. Красава. Выбился. Вот такая вот у нас жесть прошла. Ну и что ж, как вы видели, бронза
отвратительно. Играть на мехах невозможно вообще. Полностью топ заняты Лето Сити. Если играть в дереве, то токсики вообще просто забирают все. Ну, то есть, тоже своеобразно так. Единственное, где можно жить, это золото, платина и серебро через раз. Потому что и опыта не сильно много забирают, и где-то там по звонкам еще разброс есть. Ну, а если вы знаете, где лучше все-таки играть и на какой сидеть лиге, пишите, конечно, в комментариях. Я поспорю или опровергну. Хочу дождаться какого-то диалога, если будет возможность. Ладно, пока и до следующей жести. Давайте же вместе следить за теми мехами, которые убивают всех.